Когда в городе наступает вечер, в игру вступают они, слушатели «Радио Болтком». Я вот стою сейчас около дамбы, плывут бегемоты, летят всего по окну. Просто чудеса. Даже никуда в Африку не надо ехать. В прямом эфире. Без цензуры и ограничений. Открытый микрофон. Свободная студия. Высказаться может каждый. Я в данный момент нахожусь в Ницце. В латвийской или во французской? Во французской. Программа «Вечерний интерактив». Подключайтесь и вы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 17 часов 9 минут. Это вечерний интерактив на радио Болтком. Программа подготовлена совместно с Apple в рамках общественного заказа. И сегодня мы планируем поговорить об инициативе правительства. Кабмин решил, что можно ввести программу, согласно которой безработные смогут за выполнение общественных работ получать до 200 евро в месяц. Это, в общем-то, некая отсылка к программе «Столатовиков». Наверняка помнят наши радиослушатели. Была такая в период кризиса. Но вот такое предложение, чтобы каким-то образом, в общем-то, облегчить жизнь тем безработным, которые долго не могут найти работу. Как вы оцениваете эту программу, эту инициативу? Готовы ли вы работать за 200 евро в месяц, если, допустим, такая необходимость у вас возникнет? Давайте на эту тему сегодня поговорим. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, ну, впервые в Латвии в 2009 году запустили государственную программу поддержки столатовиков, о которой ты сказал в начале, и тогда временно трудоустраивали безработных, платили им по 100 латов, то есть 140 евро примерно, ну, да, 140 евро в месяц, чтобы поддержать часть населения во время экономического кризиса. А что касается этой истории, то здесь речь идет о тех безработных, у которых, как мы понимаем, закончился тот период, пока они могли получать пособие, стоя на бирже труда, теперь они уже не получают его, но вот есть возможность поработать за 200 евро. Обращаемся мы к вам, уважаемые радиослушатели, как вы оцениваете эту новость? Готовы ли вы работать за 200 евро, если так теоретически порассуждать, а может быть и практически, быть может, вы как раз оказались в той ситуации, что вы без работы и как раз пособие по безработице закончилось, этот срок пособия, может быть, вы рассматриваете эти варианты или же не рассматриваете? Звоните нам и высказывайтесь. Да, и, конечно, мы хотели бы расширить тему и поговорить о том, сколько денег вы бы хотели получать за свою работу, какая сумма вас бы удовлетворила, считаете себя вы, может быть, недооцененным в Латвии или переоцененным. Возможно, есть радиослушатели, которые готовы высказаться о себе и в таком ключе, потому что всякое бывает. Поэтому говорим и об этой программе, и вообще об отношениях, отношении к деньгам, к зарплатам, к оценке своего труда и своих усилий. Так что ждем ваших звонков и ваших комментариев. И первый звонок у нас. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Янис. Да, Янис. Можете поближе к микрофону, пожалуйста, просто плохо вас слышим. Слушай, говорил просто. Да, слушаю. Ну, если выбор 200 евро или ничего, то, скорее всего, билет куда-то, где больше платят. Ну, готовы были бы за 200 евро тоже вот работать, если бы такая необходимость возникла? В принципе, какая-то ситуация, которая сейчас есть, то нет. Легче тогда то же самое Эстония, Литва, Германия, еще куда-то ехать тогда уже. Как-то так. А как вообще оцениваете, вот удовлетворены зарплатой, которую в Латвии получаете, если работаете сейчас? Ну, то, что у меня, да. То есть проблем нет в этом смысле? Нет. Ну, да. Всегда хочется больше. Но, как бы, цена качества соответствует. Да, спасибо, да, спасибо вам. Спасибо вам за звонок. Но мне кажется, что здесь идет речь о заработной плате за довольно тяжелый труд. То есть это наверняка какой-то физический труд, так или иначе. И, как мне кажется, все-таки сумма, наверное, недостаточная. Но, опять же, наверное, лучше, чем ничего. Да, наверное, бывают в жизни каждого человека периоды, кризисные периоды, когда, в общем-то, оказываешься действительно в сложной ситуации. И, может быть, это может стать таким, если не спасением, то, по крайней мере, возможностью как-то пережить вот эти трудные времена. Хотя, конечно, на 200 евро их очень сложно пережить, но, тем не менее, что-то лучше, чем ничего. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь можно, конечно, говорить о том, насколько государство все-таки готово поддерживать своих безработных, и является ли это все-таки поддержка адекватной. Это тоже мы можем сегодня обсудить в нашем
эфире. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Пишите в WhatsApp 230-6191. Пишите и звоните из-за рубежа, код Латвии плюс 371. Можете, кстати, поделиться опытом стран, в которых вы живете, как там решаются эти проблемы. Если аналогичные программы, возможно, и вы готовы были бы о них рассказать, то звоните и рассказывайте. Наталья нам тем временем пишет, зависит от ситуации, 200 евро лучше, чем 0 евро. Ну вот с этим действительно не поспоришь. Еще звонок у нас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, как вас зовут? Ну вот смотрите, пожалуйста, беженец в Латвии получает 300 евро. На ребенка, беженца, каждого 80 выделяют. Вот, допустим, 200 евро мне заплатят через месяц, а мне ездить, например, это 50 евро. Вот такой как бы комментарий, вот как это все объединить? Я считаю, что надо добавить хоть еще 100 евро или... То есть где-то 300 было бы уже более адекватно, да? Вот отключился наш радиослушатель, я так понял, что добавив еще 100 евро к этим 200, ну, несложно представить, что получается 300, уже можно как-то жить. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, алло, слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Алло. Да, мы слушаем вас. Александр, Рига. Да, Александр. Ну, как позвонил первый человек, сказал, лучший билет, чем 200 евро. Ну, наверное, если... Билет тоже на что-то надо купить. Ну, во-первых, на что-то купить. Во-вторых, ну, 200 прожить трудно, но это лучше, чем ничего. Понятно, что это плевок в сторону безработного. Прожить невозможно, не то что трудно, а невозможно. Ну, хоть что-то, хоть как-то. Но вы были бы готовы, если смоделировать вот такую ситуацию? Нет. Но вы зарплаты удовлетворены, если работаете, как вы в Латвии? Тоже это вопрос широкий и скользкий. Если взять просто, сколько я зарабатываю в месяц, то, наверное, удовлетворен. Но какими усилиями, то нет, не удовлетворен. То есть мне приходится официально работать на 3-4 местах. Плюс свободное время, которое иногда появляется, тоже я могу тратить на какие-то отдельные работы. Тогда сумма, в которой мне, ну, можно жить комфортно, она получается. Но это трудно. Да, спасибо и, вам. И да. Если бы в один день мне пришлось перейти на 200 евро, ну, я бы не знаю, что бы я делал. Наверное, все равно бы я пытался что-то искать, но 200 лучше, чем ничего. Это, ну, комментарий к первому звонившему. Да, спасибо вам. Спасибо, что вы позвонили, высказали свое мнение. Звоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Мы, кстати, наблюдали довольно высокий процент безработицы, практически рекордный, в апреле, да и в последующих месяцах тоже после чрезвычайной ситуации можно было видеть, что довольно большой процент безработных в Латвии, по крайней мере, по статистике, фактически уровень безработицы в апреле этого года составлял 9,2%. Такой довольно, ну, высокий процент. И опять же, людям было выгоднее вставать, как вот в современных условиях, быть безработным, нежели чем вставать на пособие по простою, потому что пособие по за простой составляло 268 евро, а среднее пособие по безработице вот на апрель, по крайней мере, в этот период 474 евро, то есть практически в два раза больше. Поэтому, конечно, было выгоднее идти и вставать на биржу труда. Да, звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Пишите в WhatsApp 230-6191. Можно также оставлять комментарии в Фейсбуке на моей странице Вадим Родионов, латиница Родионов через «А». И, кстати, Айвер пишет, 200 евро – довольно неплохая зарплата, если в день. Ну, тут сложно, конечно, поспорить. В день 200 евро, наверное, многие наши слушатели не отказались бы получать. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый. Виктор меня зовут. Да, Виктор. Вы знаете что? Ну, мне просто стыдно слушать все это. Почему? Ну, как почему? Ну, что государство делает вообще? Минимальная зарплата у нас определена. Почему-то берут рабов и платят им 200 евро. И тут начинаются какие-то, не понимаю, вопросы.
вообще, я не знаю, взяли страну, изнасиловали, и идет какая-то пропаганда вообще. Я не понимаю, что вообще делают. Ну, то есть вы считаете, что такой программы лучше, чтобы не было, да? То есть... Нет, чтобы была программа, но не только то, что может дать программа. Я вот, знаете, смотрю иногда в мире животных, да, и вот стадо каких-то буйволов спасется, лев нападает. Все стоят, здоровые, и боятся помочь, не помогает. То же самое у нас происходит, смотрите. Но вам приходилось взаимодействовать с биржей труда? Потому что у нас сейчас речь идет о тех безработных, которые время... Мне не приходилось, но все равно. Ну как можно? Как можно вообще так делать? То есть это просто говорится о том, что, ребята, те, кто берете себя на работу, вы дураки полные. Зачем вы платите такие зарплаты минимальные? Платите по 200 евро всем, и все. Да, да, тут спасибо. Речь идет о людях, которые получали пособие на протяжении 9, насколько я поняла, месяцев, но так и не нашли за этот период работу, и вот теперь им предлагают вариант работы за 200 евро, то есть такой фиксированной ставки. Если за этот период времени, пока они получали это пособие по безработице, им не удалось найти работу. Я почему задала вопрос нашему радиослушателю, приходилось ли ему взаимодействовать с биржей, потому что, как мне кажется, и судя по тем отзывам, которые я слышу. Возможно, они, это, опять же, субъективный опыт, и, может быть, у вас другое мнение по поводу биржи, по поводу ее работы, но, как мне кажется, они довольно эффективны и так целенаправленно стараются искать работу для тех, кто находится на бирже, в поиске. Так что, не знаю, может быть, у вас другая точка зрения, другой опыт, и вы готовы также им поделиться, но вот, может быть, тут вопрос конкретных людей, которые не согласны на те или иные вакансии устраиваться, скажем. Может быть, так. Бывают, конечно, разные ситуации. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Дмитрий. Да, Дмитрий. Вадим, а вопросик? Скажите, пожалуйста, они предлагают эти 200 евро за какое рабочее время? То есть это полный рабочий день? Ну, я так понимаю, что это общественная работа, я не могу вам точно сказать, за какое время. Я думаю, что все-таки вряд ли это 8-часовой рабочий день, но если брать... Ну, это на самом деле очень существенно, потому что, как бы, если человек правильно заметил, если 200 евро за день, да, то согласятся все. А, то есть, а если это рабочий день, 40-часовая рабочая неделя и в месяц 200 евро, то тогда, ну, у меня есть вообще некоторые сомнения в дееспособности тех, кто это предлагает, такую программу. Есть установленная государством минимальная заработная плата. И что? Значит, государство требует от бизнесменов вводить эту минимальную заработную плату, да, то есть ВИП гоняет всех, кто платит меньше. А государство будет при такой занятости платить в два раза меньше, чем минималка? Это очень любопытно. Относительно того, что вообще работать или не работать, ну, вы знаете, на мой взгляд, работать лучше в любом случае, потому что, а какие, извините, другие варианты, да, то есть, ну, если есть возможность куда-то уехать, работать там, я сейчас это не рассматриваю, я говорю вообще работать. Потому что если люди, типа, вот я за 200 евро вообще там из дома не выйду, а кто тебе за дом твой платить будет? Кто тебя кормить будет? Мама? Жена? Дети? Да, вот спасибо. Я насмотрелся в своей жизни на таких тунеядцев, да, которые сидят на чьей-то шее и декларируют о том, что они вот за такие деньги даже пальцем не пошевелят. Да, спасибо. Спасибо вам, Дмитрий. Мы сейчас проверим это важное уточнение. Да, сейчас попробуем узнать, за какой рабочий день, сколько часов. Но это точно не за день, это за месяц. Но, тем не менее, важно понять, конечно, сколько часов в день нужно работать, чтобы заработать 200 евро. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефона прямого эфира в нашей студии. Код Латвии плюс 371. Звоните из-за рубежа, кстати. Рассказывайте, может быть, вы готовы поделиться опытом ваших стран, в тех стран, в которых вы живете, как там, например, обстоят дела с такими программами, есть ли они, давайте обсудим и в таком международном ключе тоже. Да, Дима, что в социальных сетях? Да. Ясное дело, любой труд должен оплачиваться, но по-любому оператор метлы и влажной тряпки не может оплачиваться, как нейрохирург, пишет пользователь. Ну, это все-таки такая экстремальная мера, конечно. Речь идет о людях, которые уже не смогли найти работу, достаточно долго не смогли найти работу, возможно, не хотели, и все-таки это есть, у них тогда появляется возможность, ну, в общем, получить, я так понимаю, что достаточно простую, но тяжелую, возможно, физическую работу за небольшие деньги, за 200 евро, ну, лучше, чем ничего, наверное, хотя вот как раз на эту тему мы сегодня дискутируем. Да, плюс еще дополнительно за безработных будут вносить взносы обязательного социального страхования для обеспечения пенсии.
Так что здесь, ну, тоже, наверное, есть какие-то плюсы на будущее. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, слушаем вас. Вот по этой теме. Я считаю, что, в принципе, правильно сделали, что предложили вариант хотя бы поработать за 200 евро. Там уже дело человека, соглашаться или нет, но это лучше, чем вообще ничего. То есть на бирже труда перестают платить, и как бы, и все. А но... тут, ну, хотя бы что-то. Но вы были бы готовы работать вот за 200 евро вот в рамках такой программы? Зависит от ситуации, смотря какая ситуация, если... Ну, вообще никак, то почему бы и нет, хоть что-то. Ну, это опять же надо понимать, что, может быть, это можно совместить с каким-то другим заработком. То есть, возможно, там, ну, не 8 часов, а... как-то это можно сделать, допустим, побыстрее выкроить время на что-то еще. Но по-любому это вариант, который, как бы, я только приветствую, что что-то хотя бы делается, как-то стараются помочь в тяжелой ситуации. Да, спасибо вам. Как вас зовут, кстати, вы не представились? Павел. Да, спасибо вам, что позвонили, высказали свое мнение. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, ну и я заступлюсь все-таки за биржу труда, потому что наш радиослушатель сказал о том, что вот просто перестают платить и все. Они на протяжении 9 месяцев выплачивают пособие, да, сначала оно чуть больше, потом становится меньше. И если человек за 9 месяцев не в силах найти работу, не соглашается на те варианты, которые предлагает биржа, или, возможно, ему не могут найти работу, хотя в чем я сомневаюсь, потому что в любом случае какие-то варианты находятся. И в таком случае, конечно, он уже уходит ни с чем после 9 месяцев, ну, вот, работы с ним. Мне кажется, что здесь нельзя говорить о том, что они просто перестают платить и не заботятся о людях как раз. Да, звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Говорим мы сегодня о предложении платить по 200 евро безработным в рамках таких общественных работ. Это напоминает программу «Сталатвиков», которая была у нас после кризиса 2008 года. Она была введена, некоторое время существовала. И, кстати, довольно много людей через нее прошли, потому что ситуация была сложная, было падение экономики, рост уровня безработицы. И для кого-то она стала, если не спасением, то, по крайней мере, возможностью как-то вот пережить эти непростые времена. И сегодня мы обсуждаем новую инициативу. Новая, как известно, это хорошо забытая старая или не забытая старая. Чуть выше стипендия, уже не 100 латов, а 200 евро. То есть, если тогда 100 латов, это где-то 140 евро, соответственно, на 60 евро больше. Тем не менее, в общем-то, принцип программы, как мне кажется, остался таким, каким был в 2009 году, и сегодня мы эту тему обсуждаем. Ну и обсуждаем, конечно, вообще, довольны ли вы своими зарплатами, насколько адекватно вам платят за профессию в Латвии. Ну, можно, конечно, сравнивать, например, зарплаты врачей в Латвии и Германии, и, соответственно, мы увидим, что в Германии они в разы больше. Но это Германия, а здесь Латвия, и, наверное, уровень жизни у нас немного другой, да и цены, наверное, тоже отличаются, и, соответственно, тоже это важный такой момент. Поэтому давайте сегодня на эту тему поговорим, звоните, пишите, высказывайте свои мнения, пишите, кстати, и в Фейсбуке на моей страничке Вадим Родионов, латинцы Родионов через А. Дима, что пишут в социальных сетях? Пользователь безработный пишет: кризис вирусный меня объел, деньги кончились, нужна срочная работа, вариантов немного, вот думаете, программистом или на кассу, наверное, все-таки кассиром, и зарплата больше, и общение с людьми. Кассиром больше, чем программистом? Ну, возможно, у него устаревшие сведения. Это или ирония, да. Ну, может быть. Вопрос, что ему ближе. Надо, чтобы работа нравилась. Кстати, Министерство здравоохранения тут у нас предлагает постепенно повышать зарплату врачей на 11,5% ежегодно, так, чтобы к 2027 году она достигла 3833 евро. Не знаю, насколько это реально, учитывая, что наше правительство регулярно что-то предлагает, кто-то обещает и так далее, а потом отменяет свои обещания, но, по крайней мере, вот сейчас это прозвучало. Да, как же можно было не обещать? Мы помним это знаменитое высказывание. Но пишет тем временем нам WhatsApp тоже: «Добрый вечер. Такие инициативы отвлекают внимание от других проблем и задач в государстве, создают тревоги, вследствие чего человек уже согласен хоть на что-то меньшее. 200 евро в месяц – это примерно 1,3
в общем, около 1 евро в час из расчета 22 рабочих дней хватит на еду и транспорт. В лучшем случае остальное уже, к сожалению, не оплатить. Вот такой комментарий. Тем временем Олег также нам написал в WhatsApp, он пишет, из книги Джона Стейнбека «Гроздья гнева», 1939 год. «Поживи в палатке у дороги, где по соседству будет еще семей 50 таких же, как и твоя. Этот человек заглянет к себе, посмотрит, осталась ли у вас еда. Если увидит, что пусто, тогда спросит, хочешь получить работу, ты скажешь, конечно, хочу, мистер, спасибо вам. А он скажет, ладно, я тебя возьму». Ну вот классиков цитируют уже в рамках этой программы. Еще звонок примем перед перерывом, да? Успеем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Михаил. Да, Михаил. Ну, я чуть не по теме. Я хотел бы поздравить Анну с днем рождения. Спасибо вам, Михаил. И сказать, что иногда у нас бывают несостыковки идеологические, но в целом я думаю, что мы дополняем друг друга. Я так, чтобы вы ничуть не расслаблялись, вы для того, чтобы мне иногда оправлять мозги. Так что спасибо, что вы есть. Спасибо вашему напарнику тоже, что он есть, в принципе, да, хоть иногда ругаемся с ним. Поэтому хорошо, что вас родили, хорошо, что вы занимаетесь именно этим направлением. Вы, в принципе, ну, довольно умная девушка, женщина, не знаю, как вас сказать. Поэтому спасибо, что вы ведете передачу. Да, спасибо вам, Михаил. Спасибо за такой комментарий и за то, что вы отметили мой день рождения. Мы ценим всех наших слушателей с разными точками зрения. И наоборот, даже лично я считаю, что ценность, в том числе и вечернего интерактива, где могут встретиться наши слушатели с разными позициями и как-то между собой дискутировать и, возможно, какую-то правду на себя находить в этой дискуссии. Да, ну и как твои напарники в количестве 3 человек, наверное, мы присоединяемся к поздравлениям Михаила. Сейчас делаем перерыв. Да, и потом продолжим. Оставайтесь с нами. Via SMS верит, что капуста дарит чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Являясь одним из лидеров рынка и имея богатый опыт уже более 10 лет, с уверенностью заявляем, что больше капусты – больше радости. Мы знаем о капусте все и готовы делиться своими знаниями. Лучшие рецепты капусты ищи на viasms.lv. viasms.lv – эластичный заем. Нам доверяют. Katru ceturtdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Банана, помидора, вишня, вишня. Шеф Лука, когда готовишь, не путаешь овощи и фрукты. Пойдем выберем тебе наиболее подходящие очки. В оптиках Филман проверь зрение бесплатно, оцени самый большой выбор качественных очков. И мы позаботимся о них бесплатно в течение аж 3 лет. Комплект очков и солнцезащитных очков от 55 евро. Подробности в салонах оптики, имеются ограничения по силе очковых линз. Оптика Филман. Katru trešdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 2013. Melu kontrole. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbild CIRNR LTD. Art of Beauty. Искусство красоты, доступное каждому. Art of Beauty. Высокие технологии на страже вашей молодости. Art of Beauty. Официальный представитель в Латвии Метод Шалей и Сэм Фьюженси. Диетология и персональные тесты ДНК, биоэмидансометрия, программа питания Immuno Health. Все новейшие научные открытия на службе красоты. Клиника эстетической медицины Art of Beauty на Антониес 12. Номер регистрационного кода клиники эстетической медицины Art of Beauty 01-00-01-633. Thank you.
На одной волне с городом. Радио. Радио Болтком. Мы продолжаем. Это вечерний интерактив на Радио Болтком. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, Дмитрий Кламанис с обзором соцсетей и звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня говорим мы про безработных и безработицу в контексте информационного повода о том, что безработным в Латвии предлагают работать за 200 евро. Общественные работы. Как вы оцениваете эту новость? Готовы ли вы теоретически работать за эту сумму? Или, может быть, вы как раз оказались в такой ситуации, что рассматриваете это предложение? Мы ждем ваших звонков. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, мы слушаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый, как вас зовут? Это Илона говорит. Да, Илона. Вы знаете, когда были эти сполотовики, то я как-то была на кладбище и разговаривала с женщиной, которая получала 100 евро за 8-часовой рабочий день, то есть 40 часов в неделю. Кроме того, она сказала, что социальная городская служба оплачивает ей коммунальные услуги. Так что я думаю, что и теперь тоже можно обратиться в социальную службу города Риги и получить поддержку в оплате социальных услуг. Так что это уже перекантоваться можно, это не так страшно. Угу. Да. Да, ну, действительно, спасибо. Возможно, да, это нам нужно еще поподробнее узнать о возможностях, которые предлагает в данном случае государство, потому что новость появилась не так давно, и поэтому мы еще так широко ее не обсуждали, в том числе с экспертами и с теми, кто инициировал эту идею. Поэтому помимо, да, вот отчислений в пенсию, возможно, еще какие-то льготные условия будут для тех, кто пойдет работать за 200 евро. Еще раз подчеркну, что это пособие, оно, вернее, это не пособие, это зарплата, которую предлагают тем безработным, которые определенное время уже стояли на бирже, и пособие закончилось, и на работу они так и не устроились. Звоните нам, мы ждем ваших звонков, и также мы призываем вас рассказывать о том, насколько вы довольны своей зарплатой в Латвии, может быть, вы слушаете нас за рубежом и готовы сравнить ситуацию здесь и в той стране или городе, где вы находитесь. Звоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии, и пишите в WhatsApp нам 230-6191. Дима, что пишет в социальных сетях, да. Что там, какая реакция? Вирус научил одной замечательной вещи. Я теперь понимаю испанцев и прочих южноевропейцев. Лучше работать не напрягаясь и не очень много, зато получать удовольствие от жизни, чем всю жизнь пахать и гробить свое здоровье ради того, чтобы заработать больше. Вот мне кажется, да, мне кажется, здесь вообще есть еще важный момент, потому что часто рассматривая эту ситуацию, ну, люди там, скажем так, молодого или среднего возраста, они говорят, что нет, за 200 евро не буду работать, потому что все-таки можно что-то найти, а людям, которые находятся там в... Пожилые люди, допустим, там уже сложнее с поиском работы и востребованностью, ну, не у всех, конечно, но такое бывает. И мне кажется, там уже как раз не думаешь свысока об этих 200 евро, что, мол, лучше я сделаю что-то другое, потому что может просто не быть выбора, как бы это грустно не звучало, и все тоже зависит от конкретного человека, как мне кажется, потому что, с одной стороны, это... Небольшая сумма, с другой стороны, я согласен с теми нашими слушателями, которые говорят, что это лучше, чем ничего. Наверное. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Что ж вы сами, депутаты, на 100 евро не живете, а из бедного народа кровь последнюю сосете. Не пойдет народ работать ни в продавцы, ни в дворники. Стыдно улицы мести, проще задницей трясти. Это вы сами написали стихотворение или чье авторство? Да. Спасибо, да, спасибо вам. Ну, мне кажется, ни продавцом работать, ни дворником не стыдно, и улицы мести в том числе, и работать на кассе – это совершенно не стыдно. Наоборот, это работа очень, как мне кажется, ну, сильных людей, потому что разные бывают условия жизни. Кто-то вынужденно идет на эти работы и соглашается, какое-то время работает, кто-то, может быть, ну, выбирает это для себя, и это тоже уважаемый выбор, на мой взгляд. Да, мне кажется, что вообще любой труд, он уважаем, и, в общем-то, не надо относиться свысока к любой работе, да, и говорить. Это, мне кажется, что вот стереотип из даже моего детства, когда говорили, что не будешь учиться, станешь дворником, да, и, соответственно, это так воспринимается многим до сих пор, как что-то
не знаю, такое унизительное. Хотя, мне кажется, во-первых, ничего унизительного здесь нет, во-вторых, это очень важная профессия. И в-третьих, даже если посмотреть на нее уже не с точки зрения вот того существующего стереотипа, а уборка территорий, как, например, уборка помещений, да, например, есть компании, клининговые компании, где как раз люди профессионально занимаются, например, уборкой помещений. Я знаю даже компанию, в которой сама владелица этой компании, она тоже выезжает на заказы и убирает. И хотя у нее есть бизнес и второй бизнес, но она, тем не менее, этим занимается. Поэтому, конечно, ничего такого, ну, это не профессия, которой стыдно заниматься. Мне кажется, это тоже очень важно подчеркивать, потому что любой труд, он уважаем. Просто иногда, ну, мы делим там бессознательно или сознательно на респектабельные профессии и нереспектабельные. Но это, мне кажется, тоже не всегда правильно. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаем вас. Да, слушаем. Вот как-то вот в нашем государстве все перевернуто с ног на голову. Я услышала в ваших новостях, что некая студентка из кофейной гущи производит, создает посуду. А где фарфоро-фаянсовый? Сколько там людей работало и сколько, и он славилась эта посуда на весь Советский Союз. Почему сейчас они не производят эту посуду? Вот, вот как-то лен, это такая дорогостоящая и трудоемкая работа. И а почему его не выращивают и не ткут вот эти ткани льняные, где люди бы работали, а тут издеваются над людьми. Я пенсионерка, мне 79 лет, вот, но как прожить на 200 евро, да еще работать, не знаю. Да, спасибо вам. Ну, наверное, если что-то не производят, значит, это нерентабельно. И, соответственно, ну, то, что, например, производили в Советском Союзе. Почему, кстати, очень часто дискуссия возникает, можно ли было бы сохранить советское производство после того, как Советский Союз распался. Наверное, могли бы, если бы там были руководители, которые смогли бы перестроиться. Но далеко не все смогли перестроиться, во-первых. Во-вторых, в общем-то, когда появилась глобальная конкуренция, часто, вот, например, там в продукции какой-то электроники стали проигрывать западным аналогам. И, соответственно, просто бизнес и рынок расставили все по своим местам, как бы это грустно, может быть, не звучало. Я знаю, что многие наши радиослушатели могут со мной не согласиться, но, в общем-то, экономисты считают, что как раз здесь просто многие советские флагманы, они не выдержали конкуренции, которая была со стороны западных компаний. Можно долго говорить там про лоббирование рынков и так далее и тому подобное, но я думаю, что, в общем-то, рациональное зерно здесь тоже есть. Конечно, звонить. Грустно очень смотреть на те производства, которые были в Латвии и закрылись. Недавно я была в Лепе и проходила мимо сахарного завода, как позже выяснилось, и это действительно такое уже забытое и какое-то благоставленное место вызывает тоску и грусть, действительно, учитывая, сколько людей могли бы быть там трудоустроены. Хотя бы там, и там еще металлург ведь был побит. Да, металлург, но металлург уже он относительно недавно, конечно, обанкротился, как и другие предприятия крупные. Да, это очень грустная история, когда такие флагманы производства, в общем-то, закрываются, это тысячи людей, которые там работали, они остаются без работы. Это все, конечно, и драма, и даже трагедия, когда разваливались такие флагманы, как ВЭФ или Альфа. С другой стороны, здесь вопрос в том, могли ли они все-таки остаться. Вот если смоделировать такую идеальную ситуацию политическую, когда была бы некая государственная воля их удержать, могли бы они перестроиться и выжить в новой реальности? Я не уверен. Ну, может быть, вы, кстати, и другого мнения, поэтому можете позвонить, и на эту тему тоже можем порассуждать, потому что она косвенно, как нам кажется, касается, в общем-то, темы, о которой мы сегодня говорим, про программу поддержки в 200 евро тем людям, которые долго не могут менять работу и, соответственно, не могут найти работу, и, соответственно, ну, им предлагают вот такую 200 евро за какую-то, ну, достаточно тяжелую, но простую работу. Да, ждем ваших звонков, уважаемые радиослушатели, 672-12-93-9 и 672-13-93-9, и также можно нам писать в WhatsApp номер 2-30-6191, оставляйте там сообщение. Кстати, один из наших слушателей вот как раз прислал нам аудио сообщение, мы не можем прослушать аудио в эфире, но присылайте нам текстовые сообщения, будем их зачитывать. И также можно по скайпу до нас дозваниваться, Балтком Студио, наберите в скайпе и
позвоните к нам в эфир, сможете нас видеть. Дима, что в социальных сетях, что пишут там по поводу безработицы, да. Есть ли еще безработные, которые прокомментировали эту новость? Да, вот как раз-таки пользователь без РАП пишет, платить 2-3 евро, работай по 12-14 часов, неважно, ночь и день, ну и 3 языка как минимум, плиз, и опыт работы, и рекомендации. Ну да, это такой серьезный требовательный список. Да, ну часто бывает, когда человек просто требует очень много, а навыков и знаний у него как раз не очень много, и вот там, например, приходит, это мы часто, например, видим и в журналистике тоже, когда человек совершенно из другой сферы приходит и говорит, ну что вы там делаете, что там, чего, я быстро все сделаю, потому что я там, не знаю, актером работал или там еще кем-нибудь, не хочу тут противопоставлять ни одной из профессий, ну, когда выясняется, что, в общем-то, это не такая уж простая работа, как иногда кажется, может быть, кому-то, ну, все это заканчивается. А то сразу дайте мне зарплату большую, а вы что-то умеете, я ничего не умею, но что там умеете, да, быстро научусь. Ну, не получается обычно. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Андрес. Вы знаете, я хотел спросить, вот, допустим, есть ли смысл брать такую работу за 200 евро, если можно на бирже устроиться тогда уже на полный день и за 400, там, за, ну, вот, за зарплату, которую придумало правительство? Да, но вы можете устроиться, и тут этот вариант предлагается для тех, кто за тот период времени, пока пособие выплачивалось, не нашел для себя работы. В данном случае, если вы находитесь за этот период, то, конечно, вы можете работать там, где выгодно вам. Тем более, если предложение вас устраивает. 200 евро – это такая уже кризисная мера для тех, кто никак не может найти работу, и вот предлагают общественные работы. Но общественные работы, насколько я знаю, тут еще нам нужно, конечно, изучить это и поговорить с экспертами, что они имели в виду в данном случае и правительство, как-то обсудить эту тему с разных сторон, и что касается рабочего, сколько длится рабочий день, очень много нюансов, да, действительно. Но, как мне кажется, общественные работы, они сезонные бывают очень часто. Ну, почему, в принципе, они могут быть, например, в помещениях, да, например, что-то ремонтировать или красить и так далее и тому подобное. Это не обязательно там заниматься там прополкой грядок, да, или каких-то газонов на тротуарах. Ну, тем не менее, мы, конечно, к этой теме вернемся и пригласим специалистов и обсудим уже непосредственно, чтобы понять все нюансы этой истории. С вами же мы говорим в первую очередь о деньгах. Вообще, насколько такое предложение, оно адекватно ситуации, как вы считаете? Потому что, ну, можно, конечно, критиковать, но, с другой стороны, здесь такой тонкий момент, но все-таки это лучше, чем ничего, лучше, чем ничего. Ну, соответственно, можно рассматривать уже с этой точки зрения, хотя, конечно, здесь мы не будем выступать в качестве тех, кто является адвокатом нашего правительства или его сторонника, можно и критиковать, безусловно. Поэтому принимаем ваши звонки, высказывайте любые мнения по этой теме. Продолжаем это обсуждение. Звоните нам. И вот Олег нам, кстати, пишет, что в Литве сохранили и Снайге, и Шилялис, и сахарные заводы, значит, могли и у нас сохранить. Кстати, у меня, наверное, холодильник Снайге был. Ну вот. Да. Такой. Но не сохранили. Я проходила, еще раз повторюсь, около этого сахарного завода. В Лепе, да, он заброшен, и заржавели уже там ручки у него, выглядит, конечно. Ну, можно было, наверное, сделать из него музей хотя бы. Ну, там была история с сахарными заводами, когда мы вступили в Евросоюз, и, в общем-то, сахарное производство остановили фактически там по решению Евросоюза, там они получили компенсации, поэтому выгоднее даже было это сделать. Но, тем не менее, да, это такая история, которая имела место быть. Пишут нам тем временем, деньги любые хороши, но сумма определяется стоимостью произведенного продукта, результата, имеющего общественное признание. Я не понимаю, как можно в условиях дефицита рабочей силы так малоэффективно использовать работоспособных людей. Я знаю только одну работу за эти деньги – надкусывать фисташки на фабрике по производству фисташек. О, вот. Ну, кстати, такая работа мечты. Да? Да, ну, хотя нет, я думаю, что зубы потом… Ну, их же надо разгрызать. Ну, в общем, мне кажется, это не так просто. Ну, знаете, на самом деле, конечно, это довольно странная еще с этой точки зрения история, потому что, с одной стороны, ведь ищут постоянно крестьяне латвийские, они ищут тех, кто некому собирать, например, клубнику. Ну, не хотят, да, не хотят ехать, потому что это тяжелая работа. За нее, кстати, не так плохо платят, если так уж в конце концов рассуждать. Там, ну, серьезно, ну, зарплаты там до 1000 евро, если не ошибаюсь. Но вот это тяжело, действительно. Ну, это физический труд, да, это нужно определенной, наверное, физической форме также быть для того, чтобы идти на такую работу. Тоже не у всех, наверное, хватает здоровья. И вот чернику сейчас некому собирать, тоже недалеко от Юрмалы.
наши коллеги как раз снимали вчера там сюжет, что действительно такое большое количество черники, и не хватает просто рук для того, чтобы ее собрать. Так ну, что... Есть еще один момент, мне кажется, может быть, он не очень популярен, но есть люди, которые не хотят работать вообще, и им иногда что-то нужно там на какие-то нужные. Вот, возможно, это тот контингент может заинтересовать, который работать, в принципе, не хочет, и с ними вообще сложно, то есть они работодателю по большому счету не нужны, потому что это ненадежные такие элементы. Может быть, для них это хоть какая-то возможность что-то заработать, потому что, ну, есть такие люди, это не секрет. Да, и это... Так или иначе, наверное, какая-то коммуникация со внешним миром, это уже ну, невозможность, например, употреблять алкоголь, если ну, я думаю, подвержены. Это не мешает. Мне кажется, общественные работы все равно подразумевают трезвость. Ну, они подразумевают трезвость, но ты можешь уйти и не получить. Ну, да, так, такое тоже может быть. В любом случае, коммуникация, она тоже помогает нам жить и как-то открывает, может быть, другие горизонты. В данном случае я вижу здесь перспективу, конечно, это... низкая ставка, минимальная, на нее, ну, надо будет поговорить с теми, кто это все инициировал, насколько возможно вообще на 200 евро прожить, но спрашиваем и у вас сейчас, уважаемые радиослушатели, обсуждаем эту тему в течение двух часов, и спрашиваем у вас, как вы оцениваете эту новость насчет того, что безработным будут платить по 200 евро за общественные работы, если они, конечно, согласятся на них. Готовы ли вы, быть может, были бы пойти на такое в случае какой-то чрезвычайной ситуации, кризисной ситуации в вашей жизни, если бы не смогли устроиться в течение определенного времени на работу? И в целом говорим о безработице в Латвии. О ее масштабах, потому что, как я уже говорила, довольно высокий процент у нас безработных, но только чиновников это не касается. Кстати, между прочим, вот как выяснилось, в период кризиса многое ведь выяснилось для нас и в пользу в том числе нашего бюджета, потому что оказалось, что чиновники могут отказаться от некоторых командировок, например, и в дистанционном формате проводить. Ну, не знаю, откажутся ли после окончательной отмены всех ограничительных мер они от этого или нет, вряд ли откажутся. Да, например, и... обмен опытом с канарскими чиновниками, да? Да. По скайпу, вот сама подумай. Лучше поехать. Конечно, поехать, да. Там все включено, и заодно и опыт лучше. Ну, это, конечно, ирония, но да ирония вообще довольно горькая. Нередко говорят о том, что надо сократить госаппарат, и что больше половины чиновников можно было убрать. Это тоже, наверное, в какой-то степени популизм, который звучит и от тех политиков, которые сейчас избираются. Но это дискуссионная такая тема, которую нередко поднимают. Да, мы слушаем вас. Алло. Да, как вас зовут? Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Андрей. Да, Андрей, слушаем вас. Лично мое мнение, что это чисто популистский шаг местных политиков, потому что ни один нормальный человек за такие деньги работать не пойдет. Ну а если совсем нет денег, человек сидит вообще вот без денег, что ему остается? Ну, это предложение для людей, которые не хотят работать. Просто провести время, получить какие-то деньги, потому что действительно, как говорил предыдущий кто-то из звонивших, на сегодняшний день ситуация с рабочей силой в стране просто аховая, и в этой ситуации делать такие предложения, ну, на мой взгляд, это вообще какая-то какой-то абсурд, какая-то фантасмагория. Ну, то есть вы бы не согласились? Вот... Антисоциальные элементы на эту работу, конкретно. Они там будут бухать на этой работе, ничего не делать, будут просто получать это как определенного вида пособия. Работать они там не будут. Да, спасибо. Спасибо вам за мнение. Ну, не знаю, там, конечно, наверное, не будут стоять вышкой с пулеметчиками, соответственно, контроля. Не знаю, как там будут обеспечивать дисциплину. Какая-то отчетность быть должна, безусловно. Вопрос, будет ли в этой работе смысл, у меня тоже есть на самом деле, потому что не хотелось бы, чтобы это превратилось просто, знаете, как красят деревья там или красят траву к приезду какого-то ответственного чиновника. Такое не исключено, красят но траву. Может быть, если там красят траву, ну, в армии. Трава пожелтела. В советской армии такие мифы, по крайней мере, легенды и мемы есть, безусловно, что приезжает какой-то полковник, и там все красят траву, чтобы она была зеленее. Но, соответственно, нет, ну это, конечно, я с иронией говорю, но не знаю, насколько эта работа может быть эффективной. Опять же, пока еще нет таких четких данных, что должны делать эти люди за 200 евро. Может быть, если, например, это связано с уборкой территории, это и неплохо, допустим, потому что есть, ну просто можно убрать, например, какой-то там гектар муниципальной земли, не знаю, или там государственный, во дворах там привести порядок какой-нибудь. Здравствуйте, как вас зовут? Да, мы да, слушаем вас. Здравствуйте. Алло? Да, как вас зовут? Алло. Мы слушаем вас. Меня зовут Игорь. Я полностью согласен с предыдущим звонящим.
Работаю на заводе. 3 месяца не могу найти грузчика на завод. Нормального, который дисциплинированный, трудолюбивый, старательный и выполняющий свою работу. Оклад 650 плюс 30%. На руки, да? Угу. Нет, не на руки, а оклад. Не на руки. 650 плюс 30 плюс бесплатное питание, обеды. И вы говорите о каких-то 200. Это 200 люди, которые совершенно не хотят работать, и это просто пособие, просто для бездельников. Ну, то есть к вам приходят вот на собеседование какие-то люди, или вам они не подходят, или вообще не приходят? Два человека уже ушли, которые пришли и не сумели удержаться на рабочем месте, тот коллектив, который работает нормально, которые ушли обратно на биржу труда. Вот и все. И опять будут получать ни за что деньги там. Все, спасибо. Да, спасибо вам. Ну, мне кажется, очень показательный звонок. Да, на самом деле требуются в разные сферы, на разные предприятия, в разные учреждения люди, но, в общем-то, найти их достаточно сложно. Да, ну, что касается физического труда, то, безусловно, тут надо, чтобы у нас было здоровое общество в прямом и в переносном смысле этого слова, но в данном случае я имею в виду физическое состояние человека, чтобы выдержать работу грузчика. Да, это тяжелый труд все-таки. Ну что ж, мы сейчас будем прерываться, и потом мы вернемся и будем продолжать наш вечерний интерактив вместе с вами. Я напомню, что вы можете нам звонить и во второй части. Телефон, напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Говорим мы о безработных и о том предложении платить им по 200 евро за общественные работы. И в целом обсуждаем мы зарплаты. Наверное, сегодня говорим о том, насколько вас удовлетворяет ваша зарплата. Рассказывайте свои истории, уже в следующей части мы вернемся и продолжим принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами.